Спустя долгие годы массажное кресло перестает также качественно и интенсивно работать. Механизмы изнашиваются, а их замена может быть нецелесообразной. Тем более, когда за 10 лет на рынке появилось много других предложений с дополнительными и новыми функциями. Что делать со старым массажным креслом? Как избавиться от него, заботясь об экологии, а еще не травмировать свою спину и дверной проем? Смотрите это видео до конца, и мы расскажем, как получить скидку на новую модель в обмен на старую. В крупных городах России есть центры по утилизации техники. Одним платите вы за вызов, другие компании выкупают у вас оборудование, если оно им подходит. Но не все компании по утилизации принимают массажные кресла. Например, по стиральной машине или микроволновой печи уже выработана схема, а вот массажное оборудование относится к категории особого товара. Если вы нашли компанию, которая готова забрать у вас старое массажное кресло, чтобы это не заняло много времени и не случилось форс-мажоров, подготовьте следующую информацию. Ширина массажного кресла. Эта информация важна вам, чтобы понять, пройдет ли оборудование в дверные проемы и лифт, а для компании по утилизации, чтобы выделить место в машине и рассчитать стоимость. Если кресло окажется слишком большим, придется демонтировать боковые панели. Будьте готовы, что не все могут знать, как аккуратно, без лишней пыли и повреждений демонтировать части оборудования. Поэтому, возможно, этим придется заниматься вам. Вес массажного оборудования от 100 до 250 кг. Или сотрудник компании, кто-то из мстителей. Или ему понадобится помощь еще одного среднестатистического человека для безопасного извлечения кресла и расчета стоимости. А чтобы бесплатно избавиться от старого массажного кресла и получить внушительную скидку на новую модель, воспользуйтесь услугой Trade-in от компании RelaxoStar. Сотрудники сервисной службы бесплатно заберут ваше старое кресло, а менеджеры компании подберут лучшую модель для вас по очень выгодной цене. Звоните по телефону, который видите на экране, а обзоры массажного оборудования смотрите на нашем YouTube-канале.